На перекрестке улиц Мира Победы завершен капитальный ремонт. Порядок движения автомобилей изменен. Это, по мнению госавтоинспекторов, снизит аварийность на данном участке дороги. Зачастую там возникали аварийные ситуации и спорные вопросы по проезду данного перекрестка. На сегодняшний день то, как оно обустроено на данный момент, является более безопасным. Магистраль теперь соответствует современным требованиям и готова выдерживать интенсивные нагрузки. Благоустройству тоже уделили особое внимание. Мы поменяли архитектуру этого участка. Стало гораздо красивее. Появились тротуары в бехатоне, разделительные полосы. Значит, в следующем году будут посажены клумбы на этих участках. То есть появился еще один участок, который будет радовать тагильчан. ГИБДД рекомендует водителям внимательно смотреть на дорожные знаки. Те водители, которые едут по проспекту Мира по правой полосе у островка безопасности, обязаны либо повернуть на улицу Грибоедова, либо продолжить движение прямо по улице Восточная. Поворот налево на улице Победы запрещен. Те водители, которые поднимаются с улицы Грибоедова, обязаны проехать только в прямом направлении. И уже доезжая до перекрестка Пархоменко Победы, водитель имеет право развернуться и продолжить движение в обратном направлении. Еще одну транспортную развязку на Черноисточинском шоссе в районе торгового центра «Кит» тоже отремонтируют. Касаясь Черноисточинского шоссе, развязка там у нас не закончена по этому году. Значит, нам предстоит еще выполнить работы в следующем году в районе Бобра, сделать расширение дороги, сделать там островки безопасности. То есть в полном мере развязка начнет работать в следующем году, в 2019, где-то в мае, в июне. Масштабные дорожные ремонты помогут сделать движение автотранспорта на тагильских перекрестках безопасным и комфортным.